Соревнования проходили по баскетболу и футболу. В гости к студентам Десногорского энергетического колледжа приехали спортсмены из Козловского многопрофильного аграрного колледжа, техникума отраслевых технологий поселка Авторемзавод и Росхальского многопрофильного колледжа. Ребята играть будут по круговой системе, каждый с каждым. Дело все в том, что команд у нас немного, время нам позволяет это сделать, поэтому, конечно, мы всем дадим такую возможность, каждый с каждым. По результатам победители будут выявлены, поедут уже на финал в город Смоленск, где встретятся с командами победителей других зон нашей Смоленской области. За право быть лучшими баскетболистами состязались девушки и юноши. В упорной и сложной борьбе первыми стали мужская и женская команды Десногорского колледжа. Лучшими футболистами оказались ребята из Рославля. Наша команда заняла 3-е место. Это командная игра, слаженный дух. И мы очень сплоченная команда. Хорошая спартакиада. Не было такой, вот я учусь уже на 3-м курсе, еще ни разу не было вот такой спартакиады. Сейчас вот в этом году произошло. Я с детства занимаюсь футболом. Вот играю в Фоке с лет 9, наверное. Вот до сегодняшнего дня играю. Встал на ворота во дворе, и так и пошло. Во дворе на воротах Сережи, на воротах. И вот так и пошло, что очень нравится, и стою. По словам участников спартакиады, возможность попробовать себя в самых разных видах спорта – один из бесспорных плюсов мероприятия. Участвовал сегодня в баскетболе, мы выиграли сегодня. Две команды, две игры было, мы две игры выиграли, заняли 1-е место. Участвую еще в волейболе и сегодня в футболе. Помимо игр, студенты общаются, весело проводят время и болеют за своих друзей. Впереди у ребят еще соревнования по волейболу, плаванию и легкой атлетике. После подведения итогов по всем видам спорта, команда-победитель примет участие в зональных соревнованиях в Смоленске.